каждый раз, выбирая место для новогоднего поздравления, я искал праздничную точку с огнями и елкой. Но 2020 год – год особенный. И провожая этот год, мне хотелось бы оказаться сразу в нескольких местах. Конечно, 2020 был очень сложным годом. Коронавирус пришел неожиданно и распространился очень быстро. Он потребовал от нас мгновенных реакций и действий. Наши врачи оказались, по сути, на линии фронта, а больницы стали работать в режиме ковид-госпиталей. Подвиг медиков в 2020-м навсегда останется подвигом самоотверженности, профессионализма и любви к ближним. Несмотря на трудности, карантин и ограничения, мы не имели права останавливать работу. На улице Циолковского начали возводить долгожданную развязку. Такая же работа идет в Ольгино. Более 1000 километров дорог привели в порядок в уходящем году. Это рекордные цифры. Ну и, конечно, в конце 2020-го мы просто обязаны очень пристально смотреть в будущее. Отметив 75-летие Великой Победы в этом году, мы вступаем в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Это событие надолго определит и наше будущее, и, конечно, подарит много приятных мгновений. 2020 год уходит. Приходит новый, 2021. Пусть всем нам он принесет много радости и счастья. С Новым годом!